Отлично, поставить. Вот. Дмитрий Карпов пробует себя в новом виде. Армлифтинг, снаряд русская рулетка. Пару слов, что можете мало, сказать? Веса мало. Надо мало еще. Веса? Надо, ну как? Да, с первого раза же выполнил. Ну как, рука нагружается? Кисти, кисти. Основная нагрузка идет на кисти. Выбивает, да? Да, пальчики. Ну, для легкой атлетики это очень солидный результат. Первый раз все поднимаешь 65 килограмм. Пробуем дальше. Так, идет запись. 80 килограмм. До конца? Ну, о, хорошо. Дмитрий Карпов, как? Чуть-чуть силы еще остались. Попробовал все сжатие эспандеров компании Силоруков. Ну, как он? Эспандеры? Супер. Что-то так легко аж. Хочется сказать, что, наверное, Дмитрий все-таки занимался тяжелой атлетикой, а не легкой атлетикой. Легкой атлетики очень много штанг. Целых показателей. Кружок в шестом. Надо же держаться на шесте. Кисти должны быть. Очень, очень мощно. Что можете сказать о поднятых снарядах в новом виде спорта, армлифтинг? Ну, армлифтинг это классный, интересный вид спорта. Мне понравилось поднимать с неудобных положение тяжести. Я думаю, что каждому будет интересно лично для себя проверить, насколько он сильный. Приходите, занимайтесь. Самое главное, занимайтесь спортом, и тогда всю жизнь у вас получится.